Здравствуйте, меня зовут Игорь Гаврик, я являюсь мастером спорта Российской Федерации по бодибилдингу, судьей первой категории и директором школы фитнес-тренеров. Почему я решил связать жизнь со спортом? Ну, в 6 лет я вообще не выбирал, меня родители просто отдали в акробатику. Затем мне уже предоставили выбор и были разные секции по моему мальчишескому усмотрению. Потом я тренировался 4 года борьбой дзюдо, и с 15 лет я уже занялся бодибилдингом и прожил в этом виде спорта 20 лет соревновательной карьеры. Как мотивировать себя заниматься спортом? Все мы получаем в жизни те или иные удовольствия. Вот получение удовольствия, так скажем, от собственного тела у мужчин, мы стремимся стать больше, круче. Ведь у нас все просто. Кто больше, тот и прав. Сильнее, быстрее, выше. Девушка стремится к легкости, к невесомости. Поэтому ваше отражение в зеркале, мнение других, ваша одежда, которую вы привыкли к своему размеру, вот что должно быть мотивацией. Активное долголетие, приятная еда. Вы можете себе позволить что-то съесть тогда, когда вы вытренировали это и не поправились, влезли в ту же одежду и понравились себе в зеркале. Спорт помогает в достижении жизненных целей, это однозначно, потому что он закаляет волю, характер и движение вперед. Любые победы, которые здесь, они могут отражаться в социуме. Так же, как в тренировочном процессе. Когда вы напрягаетесь, вы становитесь достаточно агрессивным и идете вперед. И если вы после тренировочной сессии, например, сделаете стретчинг, какую-то растяжку, расслабление, йогу, вы смените психологическое состояние, расслабитесь и в социум выйдете уже спокойным, но будучи внутри закаленным.